Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. В этом видео хочу с вами поделиться, как приготовить лечебную мазь из чистотела. Мазь будет у нас делаться из чистых корней чистотела. То есть нужно накопать корешки чистотела. Много не нужно. Это будет масляный экстракт на основе чистотела. Они у меня вот сейчас замочены. Я их замочила, чтобы отмыть. Их нужно обязательно замочить, помыть. Убрать вот эту поверхностную чешуйку сверху, которая корней находится обязательно. И после этого корни нужно подсушить. Не высушить, а именно подсушить. Вся влага из них ушла. И были они такие, знаете, вялые, вяленькие. Сделать вяленые корни. А вот черешочки чистотела, которые вот мы собираем, и у них вот здесь, вот видите, прикорневая розетка, тоже нужно обязательно почистить. Сполоснуть водой обязательно черешочки, особенно вот эти места, они хорошо промыть водой, потому что часто там собирается грязь и пыль. И нам нужны будут только лишь черешочки вот эти вот, вот такие вот, без листа. Лист мы убираем отдельно, лист можно отправить на сушку. Нам нужны только черешочки. Вот эти черешки помыть, подвялить. Не высушить, нужно положить куда-нибудь на воздух, но не на солнце, закрытое от солнца место. Но желательно, чтобы там все-таки проветривалось, и они должны подвялиться. А корешочки мы сейчас вычистим, также отправим подвяливаться, и будем готовить лечебный мацерат из корней чистотела и мацерат из черешков также чистотела. Корни у нас подвялились для мацерата. Делаем мазь из корней чистотела, розетки с черешками. Использовать также будем для мази. То есть будем совмещать два приготовленных мацерата из двух видов частей чистотела. То есть корень и стебли. Корни готовятся отдельно. Сейчас я покажу, как их нужно готовить. А вот для мацерата из частей вот этих вот делается таким образом. Нарезаем. После того, как они у нас провялились, обязательно вялить нужно. Нарезаем на небольшие части. Так, стебелечки мы оставим. Мы в основном будем брать черешки. Вот эту часть можно отправить к корням. Она туда хорошо подходит. Это мы на корешочки отправим. Теперь отправляем в банку. Для чистотела советую взять ту емкость, которую вам не жалко. Емкости должны быть абсолютно чистыми. Желательно даже сделать стерилизацию, потому что любые попадания органических пищевых продуктов и так далее могут вызвать порчу данного изготовления. Поэтому обязательно чистенькое все должно быть. И заливаем теплым маслом. У меня это миндальное масло. Заливаем теплым маслом. Масло обязательно подогрейте. В кипяточек опускаю просто емкость в кружке. И масло подогревается. И чтобы оно по поверхности у нас было. Теперь можно закрыть крышкой. И упаковываем в фольгу. При приготовлении мацерата необходимо учитывать некоторые детали. Во-первых, не подходит никакое растительное масло. Ни подсолнечное, ни кукурузное, ни льняное, ни какие другие масла не подходят. Единственное, можно использовать оливковое масло или любое косметическое масло, которое можно купить в аптеке. Это миндальное, абрикосовое масло очень хорошо подходит. Дело в том, что, во-первых, оно не прогоркает так быстро, как растительное масло. Хранится намного дольше мазь. Она не подвергается окислению. И при этом, при нанесении на кожу, оно хорошо впитывается и не оставляет следов. Поэтому растительные масла не используем. Используем косметические масла, которые идут мягкие для массажа. Их обычно используют для массажа. Вот у меня миндальное абрикосовое масло. Я использую их в основном для приготовления мазей. Следующий момент. Для чего упаковываем фольгу? Фольгу упаковываем для того, чтобы сейчас, чтобы получить хороший мацерат, вытяжку масляную на основе чистотела, мы должны поставить вот эту баночку на солнечное место. Желательно туда, где у вас чаще всего почти весь день есть солнышко.
То есть оно должно нагреваться. Нагреваться, но не сильно остывать. Поэтому фольга играет роль как термодержатель. И плюс она защищает от прямых солнечных лучей, что нежелательно для масла. Поэтому ставим на солнечную сторону. И в течение 10 дней оно у нас готовится. Для приготовления мацерата из корней чистотела берем металлическую емкость, в которой будем готовить масляную основу. Дело в том, что из корней мацерат готовится путем нагревания. Теперь мы сюда заливаем масло. Масло берем косметическое, миндальное, абрикосовое, любое другое масло, которое у вас есть. Ставим на плиту, доводим до кипения и выключаем плиту для того, чтобы во время остывания потихонечку нагревались наши корни и масло пропитывало полностью корешочки. До остывания. Перекладываем настоявшееся масло с корнями уже в емкость. Также закрываем крышкой, но обязательно только, чтобы было остывшее масло. Не допускайте, чтобы оно горячее было, а то появится конденсат, а конденсат это плохо. И упаковываем фольгу. Также ставим на 10 дней на солнечное место, чтобы нашел процесс отделения полезных веществ в масляную основу. Масло у нас настоялось, чистотело, в том числе масло на корнях чистотела тоже настоялось. Я буду их соединять вместе, потому что эффект будет более сильный, так как все-таки здесь у нас стебли и листья, здесь у нас корень. Сейчас мы должны кусочек воска отправить растапливаться. Воску нужно немножко. Вот на такое количество масла, где-то у нас здесь примерно, ну, где-то миллилитров 20 здесь получится масло. Я беру вот небольшой кусочек, он вот, ну, где-то с чайную ложечку. Если объемом посмотреть, чайная ложечка получается. Воска много не надо. Воска лучше поменьше взять, а то будет очень жесткая мазь. Чтобы не была жесткая мазь, она должна быть нежненькая такая. Чайную ложечку примерно на 20 мл масла. Отправляем растапливаться на плиту. А пока у нас растапливается воск, мы сейчас отожмем масло. Оно уже настоявшееся, получило полный эффект уже, отдала все полезные вещества. Для отжимания нужно использовать обязательно чистые руки. Это нужно для того, чтобы не попали никакие, как сказать, кусочки пищи или еще что-то, чтобы у нас в дальнейшем при хранении наша мазь не испортилась. Обязательно помойте руки с мылом или используйте перчатки. Отжимаем масло. Вон, видите, оно какое насыщенное зеленое. Это говорит о том, что оно хорошо настоялось. Как можно больше отжимаем. Эту часть можете не выкидывать, использовать. Это можно использовать в качестве обработки каких-то мест, где у вас есть проблемы, можно использовать для лечения пяточек, где трещины, снятия грибкового заболевания на стопах. Поэтому не выбрасывайте остаточки, используйте для лечения. Вот у корней немножко другой цвет будет, потому что это же все-таки не листья. То есть он более такой, более нежный. Даже корни, смотрите, как сухие какие стали. Но у него вот, если присмотреться, такая как мутноватость появляется. Тоже отправим в баночку. Будем использовать для дальнейшего использования. А теперь будем готовить уже, конечно же, мазь. Для этого нам нужно, соответственно, подготовить емкость, в которой будет храниться мазь. Она должна быть абсолютно чистенькая. Ну и ждем, когда растопится у нас воск. После того, как воск у нас растопился, нужно снять с огня и дать немножко остыть. В горячий воск вливать масло не надо. Нужно дать небольшое количество времени остыть, но чтобы он был у нас жидким. Это очень важно, потому что сам по себе он очень быстро будет застывать после того, как мы вольем масло. Поэтому нужно быть внимательным в этом отношении по температуре. Вот когда уже меньше, уже перестает появляться дымок после растопления, нужно вот тогда вливать масло. Вливаем масло и быстренько размешиваем. Размешиваем, размешиваем, размешиваем. Потому что он быстро очень застывает, но он нам нужен еще горячий. Обязательно тщательно, чтобы у нас воск смешался с маслом. После того, как размешали, мы выливаем в подготовленную емкость.
Это нужно сделать очень быстро, потому что, видите, воск уже застыл. Поставили на плиту и опять по-новому разогреваем и выливаем, потому что он хорошо разогревается на плите. Масть наша почти готова, она остыла. Мы ее сейчас закроем и уберем в холодильник. Хранится мазь в холодильнике. Советую хранить в холодильнике, так как любые мази, которые готовятся своими руками из натурального сырья, нужно обязательно хранить в холодильнике, потому что они подвержены окислению и быстрой порче. Поэтому еще дополнительно не советую, никогда не делайте в большом количестве. Не переводите, как говорится, добро в то, что вы просто это выкинете. Делайте небольшими объемами. Вот этого объема вполне хватит надолго. Используется мазь желательно в течение года, если она хранится в холодильнике, потому что лучше сделать свежее сырье. И, соответственно, никогда не злоупотреблять. Не делайте много. Этого достаточно для использования. Мазь используется такими способами. Можно делать аппликации. То есть это примерно берется небольшой кусочек салфетки. Накладывается мазь на область поражения кожи. Там, где у вас бородавки, папилломы. Есть какие-то проблемы кожные, высыпания. Прикладываем мазь и накрываем салфеткой. Желательно под лейкопластырь. И походить примерно несколько часов с этой аппликацией. Тогда у вас эффект будет более лучше, если вы хотите удалить бородавки или папилломы. Хорошая мазь для того, чтобы лечить кожные заболевания в виде микозов, такие как грибок ног, грибок ногтей. Также лучше аппликациями наносить под салфеточку. Желательно использовать даже эту мазь для лечения трещин пяток. Тоже хорошо помогает, так как все-таки чистота тела обладает свойством заживлять и регенерировать любые проблемы с кожей. И еще дополнительно у нас здесь воск и масло. Они будут смягчать область пяточек, где у нас трещины, и заживлять. Поэтому такая мазь очень хорошо лечит пятки. Можно использовать даже мазь для лечения кожи рук, потертости рук, когда у нас есть те же самые мозоли, трещины. Вот в огороде возитесь, все равно образуются какие-то грубые места на коже. Вот этой мазью можно смазывать, она прекрасно заживляет, восстанавливает кожу. Нежелательно использовать мазь на поврежденную кожу. Там, где есть повреждение кожи с такими болячками, где есть открытая рана. На открытые раны эту мазь наносить нельзя, нежелательно, потому что это может вызвать раздражение и больше плохо заживлять. Но если такая рана имеется, вы можете вокруг данное поражение, допустим, да, какой-то язвочки или открытой раны, вокруг намазать, тогда это будет хорошее действие давать. А на саму ранку наносить не стоит. Только лишь на огрубевшую кожу, на поврежденную теми же бородавками или папилломами. Вот такой вот способ и рецепт сделать хорошую мазь лечебную из чистотела своими руками. Воск можно купить в любом магазине, даже на рынке, где продают мед. Вот на рынках часто, где продается мед, пчеловоды продают также и воск. Воск можно купить. Его не нужно много. Масло косметическое купить можно в любой аптеке. Если вы не можете купить косметическое масло, миндальное, персиковое, можно заменить кукурузным маслом. Кстати, кукурузное масло хорошо подойдет для таких приготовлений мази. Она хорошо впитывается в кожу, поэтому именно кукурузное масло можно использовать. Ну а всем, кому понравился рецепт лечебной мази из чистотела, поставьте пальчик вверх. Буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока!